Региональная общественная организация «Семья Ямала» вышла на новый уровень. В поселке Ханемей она открыла филиал Муравленковского центра социальных услуг «Семья и гармония». Долгожданное событие произошло в рамках семинара-практикума. Соляная пещера, кедровая бочка, босс и бактерапия, аппаратный массаж. За последнее время 22 специалиста получили работу в центре «Семья и гармония». Создание многофункционального пространства, оснащенного современным оборудованием, в Ханемее стало возможным благодаря средствам от двух выигранных грантов – окружного и президентского. Там будут предоставляться услуги такие же, как у нас, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, трудовые, юридические. То же самое, как у нас, и соляная пещера, и спа, и все оборудование, все новейшее. Но даже некоторого у нас еще нет в нашем городе. В Муравленко участники семинара практикума «Опыт становления Центра социальных услуг «Семья и гармония» в Янао» посетили учреждение, пообщались с его руководителем Файрузой Мустафиной. Двухдневная встреча получилась насыщенной, полезной и эмоциональной. Опыт человека, который прошел с нуля до вот такого результата, я думаю, что это будет востребовано, это будет интересно, и даже не только ямальским НКО, но и НКО со всей страны. Вы видите, сегодня у нас даже есть люди из других регионов. Вообще все в центре, что в Ханемее, где мы были вчера, что здесь видно, что все сделано с любовью и сделано именно для детей, чтобы им было комфортно, хорошо, чтобы они были крепкими, здоровыми, развивались, были умненькими и радовали своих родителей. Это та комната, которая релакса называется. Хорошо. Вот этот вот потолок мы очень удачно перенести с того здания в это здание. Спектр социальных услуг, предоставляемых Центром «Семья и гармония», расширяется и для жителей Муравленко. На Ленина 66А открывается отделение социально-медицинских, социально-психологических услуг и логопедической коррекции. Вот, и расслабляемся. Руки вверх. Плечевой корпус, плечевой пояс, скрывается. Чем хорош вот этот, именно вот эта вся работа, которая здесь сделана, это тем, что здесь очень широкий спектр специалистов и оборудования по разным направлениям. То есть можно подойти к коррекции ребенка или вообще человека, можно по всем, по разным направлениям, и это дает мультипликативный эффект. Молодец, стой. Ой, еще дальше, держи себя корпусом, держи. О, молодец, а теперь свечечку давай сделаем вверх. С детьми будут работать логопеды, дефектологи и психологи. Здесь же можно пройти курс оздоровления, посетить сеансы массажа, соляную пещеру, кедровую бочку, занятия лечебной физкультурой. Очень хорошее оборудование, все продумано до мелочей. Все взаимосвязано, работа, кабинеты продуманы так, что ребенок начинает свою коррекцию постепенно, да, от специалиста к специалисту. Он не ждет, никаких заминок нет у него, да, он проходит все вот как по плану. Обновилось и здание центра на Губкина 19. Расширили зал хореографии. Теперь занятия с детьми будут проходить в более комфортных условиях. Обучающие программы «Мозаика успеха» и «Школа любознайки» помогут развить наглядно-образное и логическое мышление, мелкую моторику, внимание, память, воображение, подготовиться к школе и сформировать навыки учебной деятельности. В ближайших планах у общественников получение гранта, средства которого направят на закупку мебели и недостающего оборудования для Центра «Семья и гармония» в Муравленко. Для того, чтобы дети, такие, так же как в Ханемее, имели возможность пользоваться новыми какими-то гаджетами, новой мебелью, какой-то там, я не знаю, бизибордами, чтобы было так же, как у них круто. Татьяна Козырь, Юлия Сидорюк, Андрей Нагибин, новости Муравленко.